Господа, мое уважение и добро пожаловать в ад. Господа, настало время моего эпохального возвращения в Гринхелл. Разработчик, просто посмотри. У меня это дома висит, потому что ты красава. Я обожаю твою игру. Спасибо тебе большое за это. Спасибо тебе за эту выживалку, брат. Я это не сниму никогда. Это будет висеть в центре этой студии, наверное, очень долгое время. Это последнее обновление. Я понимаю, что мы прощаемся с игрой, и больше ничего ты мне не дашь. Ничего ты мне больше не подаришь. Ты обещал мне еще испытаний. Ты обещал мне много всего, но твой сюжет это просто что-то с чем-то. Вот он, Джейк Хиггинс, вот этот антрополог бедолага, за которого мы сейчас будем играть. Все, господа, я убираю эту картину, и мы возвращаемся в зеленый ад. Лагерь. Это мой лагерь, который был еще во второй части. Если вы не смотрели, если вы не понимаете, о чем речь, я оставлю ссылку в описании под этим роликом на весь плейлист Гринхелла и ознакомьтесь, либо сами играйте, не знаю, что делать, что хотите делайте. Это великолепная выживалка. Я не знаю людей, которые сравнивают эту игру с Форестом и говорят, что Форест лучше. В чем? Это оригинал, понимаешь? Это то, что может приключиться с любым из нас. Дальше вас ждут одни лишь спойлеры. Я, возможно, буду рассказывать про сюжет этой игры. Я хочу попить. У меня здесь есть опреснитель. Выпить водички. Выпить, вдохнуть этого джунглийского воздуха. Это же великолепно. Поднимись, Джейк. Я же делал себе здесь эти вышки. Я же не зря здесь все это строил. Здесь у меня, видимо, материала не хватило. Это самая крутая точка обзорная. Я здесь жил на протяжении двух дополнений. Капибар. Убить. У меня, наверное... Что у меня есть из инвентаря? Пара кокосовых бидонов. Один бидон такой с чистой водичкой. Что это такое? Это какая-то ягодка. Я не знаю, что это. Туземный разжигатель. Куча всяких разных... У меня есть мачете, у меня есть туземный лук. Я убийца, я машина. Гринхелл! Ой, появился большой смысл вернуться сюда, потому что в испытании играть, конечно, такое. То есть, ну... Когда ты разбираешься, пойдем сходим в лагерь, в последний. Точнее, никак, не в лагерь, а в поселение туземцев, да? Здесь это будет легендарно, это будет завершение всей, наверное, получается, ветки событий, потому что 35 серий записано на канале, господа, 35 серий, 13 серий основного сюжета, и все остальное это дополнение. Дополнение еще являет... Спина болит. Может, протереть ее как-то тебе? Размять? Ладно, все, стой здесь. А мог бы я помочь, да, ей? Так, мужики, я спас вас. Я всех их спасал. Я помню, как я их спасал, этих ребят. Я перевязывал им раны. Я привозил их в эти деревни. Я тащил на себе этих детишек, чтобы они жили здесь с комфортом, с кайфом. Что это такое? Подожди, айауаска? Я здесь не был, айауаски. Начать ритуал? Малый огонь. Татау. Какой ритуал? Пойдем с вождем поговорим. Так, вождь, мужчина, убийца, это мое деревья. Ты же знаешь, что это не ты не накопал? Это мои деревья, я их сюда притаскивал. Ты что делаешь? Я это притаскивал, вот мои кокосовые миски. Моя вода, все мое здесь. Что ты делаешь, брат? Ладно, он раскалывает. Здорово, старейшина, Муаги. Куюа, это... До свидания. А что мне делать, брат? Я помню все эти испытания. Вот, это крокодиловая лапка. Это... Кто это? А, это этот. Эту штучку я делал. Это первое. Подожди. Это деревня из первого дополнения. Это деревня из первого дополнения, не из второго. Подожди, где карта? Где я нахожусь? Да, это первое дополнение. Вот вторая деревня, да? Это ведь вторая деревня. Не иначе. Это первое, по-моему. Но я могу ошибаться, как же я могу ошибаться? Ладно, подожди. Где мой дневник? Малый огонь. Значит, легенда, белый демон. Я все это выполнил. Танец смерти. Я все это выполнял. И деревня Муаги. Потом Унгарака. Это вторая деревня. У меня везде доверие по тысяче. Я все сделал. Я в этой игре сделал все. Я уничтожил все лагеря Бараха. Бараха — это воинствующие племена. Так, ну подожди. Деревня Муаги — это первая деревня. Я здесь. Завершить деревенский ритуал.
А, ну по идее мне нужно пить айауаску, получается. Это же ритуал посвящения. А ну подожди, давай-ка огонь надо развести, да, получается? Мы снова возвращаемся к разведению огня и выпиванию айауаски? Это было только в первом... Требуется уголек. Да не вопрос, братишка. Уголек это... Уголек это... А, у нас нет... У меня нет этого. У меня нет сухой... У меня нет сухого листа. Ну, сухой лист мы сейчас с вами добудем. Есть ощущение, что графа изменилась, если честно. Графика стала как будто бы лучше. Давай найдем сухую пальму. Вот, видишь, у нее сухие листочки. Значит, с нее можно забрать сухой листочек. Сейчас пару ударов, и она обрушится. Под гнетом моего мачете. Сухой лист, получается, схватить сухой лист. Нет, схватить сухой лист. Положи это на землю, это тебе не нужно. Сухой лист берем. Хорошо. Грин хелл. Так. Развести костер сюда. Я должен вспоминать, на самом деле, как управлять вообще всем этим убранством, потому что я давненько не играл. Последнее дополнение было 4 месяца назад. Я достаточно быстро его освоил. Оно было очень сильно похоже на первое. Соответственно, поджечь. И теперь мне нужно собрать, наверное, да, для того, чтобы ритуал совершить. А, уже все у меня есть. Совершить, схватить, выпить. Ну, давай. Мы снова пьем айауаску, это так давно было. Мужик, снова галюны, здорово. А почему? Мне же нужен был сопроводитель, мне нужен был вождь, который наблюдает за этим. Меня должны были помогать. Ты кто? Может, мне стоит помочь ему? Может, и стоит. А как мне ему? Мужчина! Вода, смотри, прыгает здесь. А, она рассыпается. Взять! Водички, брат! Водички! 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 Что нужно делать? Блядь! Кися! Мать! Собирайся, мы уходим! Мужик! Но это же галлюцинация! Да, это галлюцинация! А что нужно? Собирать воду и его лечить этой водой? Взять воду! На, я где-то я здесь что я сделал? А, вот, цветок вырастает, я понял! Хорошо, ладно, ну, будем растить цветочек. Растим цветочки. Быстрее, я не знаю, что это. О, подкрадывается, он подкрадывает! Да, тихо! Нет! Защищай его, Григорий! Джейк, защищай его! Нет, даже не думайте! О, я не успею. Вода! Блядь, он не берет ее! Ну тихо! А что такое, малинерия, что ли? Видите, она уже дернулась! Кошка уже дернулась, я видел это! Бери воду, бери этот шарик! Успеваю? Не успеваю я ничего, блин. Что делается-то? Давай быстрее за водой. Какая музыка серьезная. Это малинерия, я ее выращиваю. А можно какая-то, ну, мне нужна какая-то халпа. Быстрее. Вставай. Они все рассыпались, нет кошек больше. Кошки пропали. А, еще один, что ли? Еще надо растить. Какой кошмар! Нет! Я его не отдам вам так просто. Я не отдам этого мужика вам. Вот малинерия, вот эта малинерия растет. Сколько их? Да вы что прикалываетесь? Что это за приколы? Я только начал играть! А, нет, суки, стойте! Уберите руки! Бери воду, придурок! Что это? Грибы. Фу. Хорошо.
Кто? Еще один лежит, чувак. Что с тобой? Живот болит. Скрючило его. Тихо, да подождите, я так переживаю, что происходит? Я вообще никогда это какие-то очень крутые галлюцинации. Сюда мне? Куда ее нужно? Куда принести? Что нужно вырастить? Вот сюда? Я понял. Да, кошки пошли, кошки пошли. Вот вода еще лежит. Это что там такое? Вот это что такое? Что это? Что это? Стой! Ну это вообще пипец. Почему так сложно стало? На каком уровне сложности я играю? Где это? Где водичка? Где водичка, брат? А, вон, вот катится, вот катится. А, вон они уже идут. Братишка, ну пожалуйста. Надо грибы вырастить. Может быть сначала отбить их надо? Ну, то есть отбиться? А, ой-ой-ой, это очень быстро! Это очень быстро! Нет, они идут, они наступают, им вообще наплевать на время. Ну, пожалуйста, дайте воды-то! Дайте попить. Я не успею, все. Я не успею. Нет! А что будет, если они его съедят? Ну, типа, заново начну? Вон, вода лежит, вижу. Я не успею. Это вообще какой. Это просто. Что это за игра? Это Green Hell вообще? Что-то. По две кошки запускают. Что это за галлюцинации такие? Это что? Во что мы играем? Фантастика. Это какая-то фантастика. Слышишь, это просто. Что это за. Что за проекты? Пошли. Да, вон она уже идет. Она уже едет сюда. Она уже едет. Это огненная кися. Огненная кися уже едет. Да иди в баню! Воды нет здесь? Нет, нет воды. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся! Вот этих нельзя подпускать, вот этих нельзя подпускать сюда. Хорошо, быстрее, 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 быстрее! А по две нельзя таскать? Нельзя, нет, нельзя, он только по одной тащит! Все, пипец, борода! Борода! Стой, 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 стучка, стой, стой! Там вон водичка, смотри, капает. Идут, идут, кошки идут. Кошки идут. Я, получается, два гриба выращиваю. Что это за ритуалы такие? Что вы курите? А он еще... У меня еще персонаж не бегает, он то есть не умеет бегать. Это сложно, отвечаю. Это с разных сторон они идут. Это не легкая задачка. Может, просто торопиться не надо? То есть я просто думаю, что нужно торопиться, а торопиться не нужно. Кошки идут. Нет! Нет! Нет, 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 нет. Ничего такого. Вон еще сзади идут, видишь, кошки? Все, да? Последний. Вставай! Вставай! Вставай, говорю, уродец! Прикалываешься? Две же нужно было штуки выращивать. Куда нужно тащить еще? Вот раз. Вот два. Что еще-то? А, вон третий пенек, что ли? Еще и сюда? Да, прикинь! Вообще пипец! Далекий пенек-то, далеко идти. Где вода-то? Какая вода? Уже быстрее назад! Джейк!
Там огненная бежит. Огненная бежит. У него звук определенный есть. Вон вода покатилась. Чё за жесть? Я напрягаюсь. Сюжет игры я не понимаю. В чем суть? Завершить, говорит, этот. Но их надо вылечить. И его, очевидно, надо просто вылечить, да, типа? Там еще и наступают еще с той стороны быстрее. Давай, Гришаня, работай. У него живот болит, все хорошо. Напрягайся. Воду мне быстро. Нормально, все хорошо. Я контролирую ситуацию. Есть. Нет! Стой, сука! Твою мать! Я опоздал. Заново, господа! Блин, я что, может перемотать лучше? Я не знаю, я сделаю сейчас. А, подожди, у меня два этих выращено. Все нормально. Мне просто нужно заново третий пенек взрастить. У меня там сейф, получается, был. Третий пенек нужно просто взрастить. Эти два у меня взрощены. Ладно, не так уж и страшно. Все хорошо. Огненные пошли. Главное с огненными. С огненными разобраться, с кислыми, вот с этими. И порядок. Идут, наступают. Нет, ты что гонишь, блядь? Чуть-чуть, я успею! Пипец. Что это за приколы? Это что, новый Green Hell? Галюны знатные. Кошка идет. Это, огненная. Огненная бежит. Они с каким-то прокастом это делают, то есть... Рассыпалась вода моя. Сколько нужно принести водички в один... Этот, я не... Да отвалите! Две кошки, да? Две. Раз. Два. Там еще с той стороны. Мужик, я стараюсь. Ей-богу, я стараюсь, мужик. Давай, терпи. Ты должен крепчать. Воду дай мне. Да, там огненная бежит. Ой-ой-ой, надо сейчас будет быстро разворачиваться. Быстрее, клади воду. Еще одна. Вижу ее. Не пускать сюда их. Ой, а там с той стороны-то уже идут, да? А огненная бежит. Я так припотел. Это просто какое... Что это? Это сложно. Это должно быть сложно. Вода, быстрее. Походу, это последний пузырь. Оп, исчезайте. Красава. Перекрестим. Хватит, ну пожалуйста. Я третьего не вынесу. Третий. Тебе-то что надо? Что это за игра? Во что мы играем? Огненные пошли кошки. А, они все огненные. Все, здесь все огненные. Все, поехали. Нет. Здесь все кошки огненные. Все, приехали. Мы приехали, походу. Мы к вам заехали на час. Привет. Хорошо. Мужик, круговая оборона, защищайся. Стой. С кайфом. А, они лопаются, когда падают. Пузыри надо ловить раньше. Вот, видишь, они лопаются, когда падают. Их надо раньше ловить. Да уйдите нахрен! Эх.
Да. Ну это, конечно, вообще. Я не знаю даже. Это что-то прикольное. Это что-то новенькое. Рассыпались. Ты вылечился? Да, я вылечил его. Ну хватит, ну это третье испытание, хорош. Ну пожалуйста, отпустите меня, я хочу домой. Что это? О, легенда. А, подожди, эту легенду я уже брал. Где я? F 3931. Карта. О, подожди, я здесь? Вы уверены? 39. 31, я не здесь нахожусь. 39, подожди. Подожди, 39 по какой широте-то? 39 West. Ну. Ну я реально походу тут. Вы чё, прикалываетесь? Как я сюда попал? 39 сколько? 31. 39. Так нет здесь 39. И 31 здесь нет. Я не могу здесь быть. Это новое место какое-то? Куда я попал? Или я был здесь уже? Небольшой камень. Давай возьмем его добыть. Я должен понять, где я. Где я нахожусь? Что это за жесть? Я полностью вылечен, кстати. У меня в рюкзаке что-то есть? Да, все мои припасы, все есть. Время сколько? 2 часа дня. Где я? Суки! Где вы? Куда вы меня вышвырнули из этого племени? Ублюдки, мать машу ваш! Что это за обновление? Кошмар. Мне нужно добраться до другого племени, по всей видимости. Мэп. Куда вы меня дели? Где я? Так, 39-31. 39-31. Я вот здесь, что ли, около пещер, вот около этих. Мне нужно, знаешь, куда идти? На, получается, этот. На. Угу, на юг. Мне нужно идти на юг, и я приду к племени. Я же правильно понимаю? Идем на юг. Я бы хотя бы добрался до племени. И уже поделился бы с вами первой серией, господа, потому что... Потому что мы вернулись, я так скажу. Мы вернулись, и это будет легендарно. Аккуратно. Плоды. Это апельсины, соберем их. Вон, вижу крышу уже. Вон, вижу крышу. Хорошо. Хорошо. Тихо. Я начинаю бояться всего, что вокруг происходит. Так. О, привет. Вы чё, уроды? Вы чё со мной сделали? До свидания. Что вы сделали со мной? Разрушилось сейчас. Все. Схватить, выпить, повторить ритуал. Я не хочу. Зала. Нет, я все это соберу здесь. Пожалуйста. Я все хочу повторить. Да идите нахрен, какой повторить. Давайте, давайте посмотрим в журнале, засчиталось или нет. Легенда. Да, завершить деревенский ритуал Унгарака и найди Ебахаку. Унгарака — это другая деревня. То есть я сейчас вот здесь, мне по факту нужно вот сюда. Это другая карта. Это, ну типа, бежать прям далеко, реально. По-хорошему бежать надо за кадром. Я это сделаю, естественно. Мы с вами в следующей серии увидимся уже завтра. Кокосовые миски я отсюда забираю. И мне по-хорошему нужно добежать до своего первого базового лагеря. Где он здесь у меня был? Первый мой базовый лагерь. И оттуда собрать все необходимое, потому что я отсюда, по всей видимости, ухожу. Мы сюда больше не вернемся. Разработчики обещали еще одну карту, новую совершенно, новую карту. А... Где мой? Где мой? Где мой этот? Где мое пристанище? Так, вот эти грибы мне тоже нужно взять. Это от этих, это от заразы. Давай скорей. Я хочу переночевать здесь, потому что темнеет уже. А в джунглях Амазонии темнеет достаточно быстро. По всей видимости, я еще пиявку подцепил. Сейчас посмотрим, надо себя осмотреть. Да, вот она, сосет мою кровь. Великолепную. Так, попить, потому что то, что со мной произошло, это какая-то полная жесть. Здесь я сделаю себе сейчас пару коктейлей, возможно, да, в дорогу. Возьму бананов, если они у меня здесь выросли. Нет, ничего у меня здесь не выросло, ничего у меня здесь нет. Это нужно поливать, плюс удобривать. То есть у меня нету удобрений, нужно фекалии животных искать, но этим я уже займусь в следующей серии, которая будет чуть-чуть побольше. Господа, серии не будут огромными, просто потому что я хочу, чтобы они нормально осваивались, и вы не уставали от просмотра, соответственно.
По поводу тумана. Туман будет продолжаться, не переживайте. Туман, скорее всего, будет выходить параллельно вместе с Гринхеллом. Вам всего хорошего, хорошего вам вечера, потому что сейчас вечер, я записываю вечером, и обновления в Гринхелле вышли очень поздно. Спасибо, что были со мной. Время 20:30, но, скорее всего, вы увидите эту серию в 9 часов по Москве. Всем пока!